калейдоскоп лиц, вереница событий. И в эпицентре этого движения из ниоткуда в никуда она, непостижимая и свободная. Я могу рассказать массу историй о том, как она изводила соседских мальчишек, но не буду. Я только скажу, что она всегда была замечательной. Загадочная и очаровательная Рэйчел Вайс в детективной драме «Бегущая от реальности». А что было потом? Она исчезла. Это было не из-за тебя. Правда? У нас бы ничего не вышло. Он был слишком увлечен собой, и мне хотелось чего-то нового. 18 мая в 23:15 в эфире ННТВ.